Одесити завоювали призові місця на європейському конкурсі з хіп-хопу. Танцювальні змагання проходили у Чехії, а серед країн-учасників були ще Польща, Румунія, Франція та Угорщина. Юні спортсмени заробили багато медалей першого ґатунку. В планах в них вже більш масштабні конкурси. Вылечить волнение, но когда я танцевала, я не чувствовала эти волнения, просто танцевала. Я заняла первое место по дуэту с Ксюшей и пятое место по соло. А кто был самый сложный противник? Наверное, Ксюша. Хотя мы с ней и танцевали дуэт. Когда я танцевала, я чуть-чуть уже уставала. Я подходила к маме, брала воду, пила. Потом смотрела на двоих. Я думала, что я заняла первое место, но оказалось, что я заняла третье место. Мы принимали участие непосредственно в хип-хопе. Но у них этот стиль называется как Urban Street Dance. И дети выступили достаточно хорошо, соло и дуэты, но немножко я недовольна, честно, малой группой. Но в целом, как для первого раза, как мы выезжаем за границу, это было очень-очень-очень нечто.